Всем привет! Всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и мы начинаем прохождение Мозаик. Проект какой-то такой необычный, посмотрел там скриншоты, промо-ролики по этой игре, там описание почитал, там сюжет глубокий пишут, который хватает за душу, прям поднимает какие-то такие серьезные темы, плюс необычный такой визуальный стиль. Сейчас глянем, посмотрим, я надеюсь, игра прям окажется вау-конфеткой. И мы ее пройдем запоем, прям вух, о, уже игра закончилась. Я надеюсь, потому что не хотелось бы, чтобы игра оказалась полнейшим говном, и уже через силу там ее надо было проходить. Ладненько, что болтать, надо играть. И если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него. Вам это будет несложно, а мне приятно. Поехали, начинаем. Так, это, я так понимаю, был у нас сон. И что? Оу. Вон он как. Так, шлепнуть по щеке, взять. Давай по щеке, наверное, шлепнем себя. Так. Это я могу бесконечно себя лупить сидеть? Интересно, могу себе до смерти зашлепать? Так, возьмем трубочку. Подъем. А, это будильник беспокоит нас. Выключаем сообщение. 3. Мама. Доброе утро, деточка. Какие планы? Вернешься к папиному дню рождения? Целую, мама. Друг. Привет. Пользователь Bleeping Heaven приглашает вас поиграть в чух-плюх. Присоединяйся к веселью. Встряхнитесь. Друг, не хочешь отвечать? И не надо. Не дорожишь нашей дружбой? Я тоже не буду. Раз мне тут так уж не рады. Приложение. Чух-плюх. Новая игра. Какая забавная игра. А, вы такой обычный кликер, да? Такой. Опа, опа, отлично, вы получили второй уровень, так держать, получайте. То есть, подожди, это игра в игре? То есть, ты сидишь, играешь в игру, чтобы поиграть в другую игру? Это из разряда, это, знаете, экзибит, да? Давайте поставим ему в этот, в телевизор, чтобы он мог смотреть телевизор, смотря телевизор. Что-то в этом духе. Ну окей, потом поиграем, не хочу сейчас играть. Или какой-то есть от этого толк. Погода на сегодня облачно. 10 самых безумных теорий заговора. 10 так бренды. Да, обычное мнение против уличных артистов. Теперь все. Ну да, прям как обычно, знаешь, просыпаешься, так телефон сразу в руки и начинаешь там смотреть, что там, где, кто написал, что по новостям там. И уже забываешь, и потом так, о, мне на работу же надо бежать. Так, новости почитали. Ладно, встаем, погнали. Не, ну конечно так не, ну хотя может быть он так, до такой степени устает на работе, что пришел и даже это, не раздеваясь, лег спать.
А нам как-нибудь так расскажут, кем мы являемся, кто мы. Давайте пригладим волос, ну, да не до такой степени, что-то растрепанным ходить-то. Почистить зубы надо. То есть что-то из разряда Heavy Rain? Игра. Сейчас окажется, как мне все достало это дружеское напоминание. Дружеское напоминание. В случае еще 5 опозданий, ваш договор о найме принадлежит немедленному расторжению. Ага, ясно, понятно. Сейчас окажется, что как его все достало, это вся работа его надоела, ему уже ничего не хочется, и... Он пойдет всех убивать. Я не знаю... Так, ну пока очень даже так, ну, необычно смотрится, все выглядит. Так, сесть. Подожди, нам надо, по сути, выйти, да? Погоди, взять монеты. Нам не надо случайно уходить на работу? Так, возьмем монет, наверное, да? Они нам пригодятся. Встать, телевизор включить. Подожди, а мы сейчас... Как бы можем узнать, который час? Нет, да, то есть, ну, по сути, мы дома, да, кайфуем, балдеем. Ну, странно, просто он в одежде. Ну, я, наверное, так уснул. Как пришел, так и уснул. Так. Так, что у нас здесь? Можем почитать. Это, наверное, счета очередные, да? Счет не оплачен, начислены пени за просрочку. Чтобы не пропустить оплату счетов, просканируйте штрих-код и установите приложение. Так, а поесть, да, надо? Так, что у нас тут? Нам бы чего-нибудь бы перекусить бы. В смысле, ты есть ничего не будешь, что ли? А, то есть пустой холодильник у нас, что ли? Ничего не понял. На всякий случай возьмем зонтик. Так, я думаю, телек надо вырубать. И можно спокойно. Ну, я думаю, сваливать уже отсюда. Выйти из квартиры. Не, я так понимаю, нам надо на работу идти. Ну да. Так, а идти куда? Туда, сюда. Выход там. Давай сходим сюда. Я могу как-нибудь бегать? Не, да, не бегает. Ну да, наш персонаж такой. Пропускал день ног и день рук. Только не пропускал день пива. Тихо-тихо-тихо. Оу. В смысле? Пуск. Пробуждена, приступайте к питанию. Состояние системы работает. Добыча, добыча, добыча. Задан новый цикл добычи. В смысле? Куда мы припи...
А, его глючит, да? Ладненько. Это я просто это... Я думал... Не, ну хотелось бы просто... Знаете, я говорю, я читал... Ну, не читал, смотрел... На YouTube передачу. И там вот говорилось про то, что... Когда ты заходишь... Как манипулируют игроками разработчики? Ты заходишь в комнату, там есть большой проход, маленький проход. Большой проход явно видно, маленький проход не видно. И все, и... Как бы... А, то есть... Погоди. Пока непонятно. Я вообще не понимаю игру. То есть мы проснулись, мы куда-то пошли, мы где-то там потусовали. Теперь мы что-то где-то летаем. Не, ну это мы в его сознании летаем. То есть ему, видимо, до такой степени надоело вот это все, его обыденная работа. Жизнь его обыденная, и он уже видит банально в этом трансформаторе типа что-то а-ля как в Матрице, да? Подходит к солнцу и видит, что вот так, ну, не знаю, ладно. Не будем сейчас выдумывать ничего. Сейчас посмотрим, может быть, нам и расскажут, кто мы и кем мы являемся. Может, мы какой-нибудь психопат. Как знать? Ну давай тоже в телефоне посидим. Ну давай приложение чух-плюх. Не, может быть, надо в чух-плюх поиграть? Потом будем ходить хвастаться? Погоди, а тут написано. Нельзя собак... А, погоди, здесь получается... Такой мир, где ничего нельзя, только ты как раб выполняешь определенные действия, работаешь на кого-то и все, у тебя не должно быть никаких чувств, ничего. Как в фильме, как там, на Эквилибриум, да? Так он называется. А что ты? А, там ничего интересного. Не, подожди, может быть, наплюхать там? А может быть, я зря плюхаю? А там что мы можем сделать? За 1000 что-то еще разблокировать. Давай до 1000 дойдем. Быстро набирается. Слушай, что-то началось. Необычное. Авточух. Может, это большая огромная реклама чух-плюха? Я сейчас посмотреть, может, там в этом в Google Play такая игра есть, реально. И сидеть туда чух-плюхать просто. Кликать.
Да, прям необычно как-то. Реально необычно. И что? Ваши задачи. С возвращением. Мы постоянно работаем над оптимизацией производственного процесса и вносим многочисленные изменения в ОС. Бюджет на обучение персонала не предусмотрен. Если вам что-либо непонятно, то не стоит беспокоить начальство. Ваша задача — получить результат 90... Чего? Ваш плановый результат на сегодня, стремитесь к нему. Что? Куда? Это ваш первый экстрактор. Он добывает один за один прием один ресурс. Молодцом, Чего? Для роста перетащите мышь в бок. А, вот так. От экстрактора приобретите больше экстракторов. А, понятно. Ничего не пойму. Вот реально не пойму, что я делаю. Добыча. Что за добыча? Куда добыча? Строительство. Чего? Кого? Что? Больше. Так, обнаружено целевое повышенное. Для производства повышения по... Не, если вся такая игра будет, то это просто...
Это будет очень грустно. Прям реально. Так, ну поехали, ну давай сюда. Хорошо. Нельзя строить на законах чего? Как становление? Добыча. Ура. А, то есть нам сюда надо доехать? До вот этой точки? Как я понимаю, да? Ну, поехали, давай сюда тогда. А, то есть нам надо выстроить механизм, чтобы он уходил... А. А, ну то есть если это будет несложно и будет так вот просто, то окей. Молодцом, сотрудник. Что это так? Отправить результат. Пока непонятно. Странная игра очень. Очень странная игра. Я так понимаю, что здесь экстракторы, вот это все такое, все будет, ну, просто. Сложностей никаких не будет здесь. Это просто сделали так для вида и чисто разнообразить там геймплей. А так, вся игра будет заточена вот именно в простом управлении. И не более того. То есть мы будем отыгрывать роль от этого вот обычного клерка, не клерка, кто там, я не знаю. Ладненько, подъем, выключить. Сообщение. Ваш текущий уровень эффективности на 14% ниже среднего показателя и на 38% ниже, чем у нашего лучшего сотрудника Дэна. Советуем перед сном перечитать главные принципы компании PDF. Привет, 1000 лет не видались. Как делишки? Может, пересечемся? Кстати, ты не разбираешься в эфирных маслах? Так, приложение. Чух-плюх. Ага. Ну, давай так сделаем. Не знаю, может быть, это что-то дает. Пока что не ясно. Так, проснулись. По стандарту идем сюда. А если немножко это... Ну, ладно, сейчас будем немножко идти против системы. Хотя... Нет, если мы можем пойти против системы. Там не чистить зубы, не приглаживать волосы, быть растрепанным. Потом скажешь, что ты вот, ты такой из себя, бунтарь, и ты уволен. А я... Подожди, а я не могу? Зуб почистить надо, потому что, ну, это не... Или подожди, или если сюда зашел, или обязательно это все делать? Не, скажу, да, ты бунтуешь, ты что, хочешь революцию здесь устроить? Не охренел ли ты? Как ты так-то? Зубы не чистишь, волосы не причесываешь. Ну, наверное, здесь такого нельзя. Хотя, мы можем пройти мимо... Или погоди, или там не было... Там, по-моему, не было возможности пройти мимо... Или была. Первый раз не было, а вот второй раз... Но его кроет конкретно прям. Реально прям накрывает его. Он просто уже все. Он на последнем издыхании такое ощущение... Это прям из себя я вижу. Вот была ситуация у меня такая в жизни, когда вот реально я ненавидел работу, где я находился. Добрым утром. А-а-а!
тебя усталый вид, хорошо спалось? Не знаю, давай не очень. Да как, ах, о, конечно, спалось хорошо, потому что я вымотанный после работы. Ага. Ах, вот как странно. Зачем ты пришла? А зачем ты каждое утро вытаскиваешь меня из постели? Деньги зарабатывать, не знаю. Чего? Что? Кого? Я... Ну, деньги зарабатывать. Ну, деньги зарабатывать, да? Деньги зарабатывать. Да уж, еще один пасмурный день, возможно, дожди. В общем, хочу тебя кое о чем спросить. О чем? С тех пор, как ты сюда переехал, ты не заводишь новых друзей и... Так, напоминание дружеское. Работа. Напоминание. В случае еще 4 опозданий, ваш договор о найме подлежит немедленному расторжению. В смысле? Я что, прогулял еще, что ли? Работа одна? Тогда поторопись. Можно мне с тобой? Я спрячу тебя в нагрудном кармане. Вдруг случится что-нибудь интересное. Не-не, погоди, погоди. Положить в карман. Не-не, давай-давай. Немножко побунтуем, побунтуем. Не. А, подожди, а мы даже не причесались. Ёперный, это театр. Вон оно как. Ну хотя бы зуб почистили. Хоть от нас не будет пахнуть, как от помойки. Слушай, а могу я вообще, да, и не пойти на работу? Да и хер на них, да пошли они в задницу. Если там я такой вымотанный и уставший, нахера мне такая работа нужна? А, ну тут оплачивать счета надо. Вот в чем проблема. А нахера такая работа нужна, если я не могу счета оплачивать? Реально. А, сканировать могу. А почему я этот раз не посканировал? Чуфлюх. Банк Нью. Оплатить счета. Баланс у нас минус. Ебаё, недостаточно средств. Чуфлюх. Мне нужны деньги, чуфлюх, ёптель. Срочно деньги, чуфлюх, деньги. Можно как-то заработать, у вас тут деньги. Что такое? Чё ещё было? Предел банка. Баблишка, можно как-то... Казино, 3 топора, где поднять бабла? Так, понял, принял. Я просто не знал, что там можно, оказывается, можно было сканировать. Ладненько, ладненько. Так, пожрать ты не хочешь, ничего? А он не жрет. А у него-то жрать-то нечего. Вот это что такое? Это Cheesy Meals. Ну, хотя... Наверное, он перечизился этих милсов и уже вот тошнит от этого всего. Этом. Окей, зонтик брать, не брать? Вот не знаешь, лучше, наверное, взять зонтик. Хотя, погоди. Ну, мы на всякий случай, он его там берет и пускай будет. Нам лишний стресс не нужен. Так, глянем, что у нас тут. Не говори, что ты опять то же самое будешь сейчас делать. Не, он уже ни то не делает. Реально у меня такое состояние было, когда я там в одной конторе работал. Мне прям не хотелось там. Там были дедлайны, которые прям вообще просто... И не по моей причине, то есть там... Я работал верстальщиком какой-то период времени, и вот... Чё? Что это было? Это был баг? Ну вот, и... Вроде бы там ты ждешь, когда тебе там кое-что должны сделать, а тебе в конечном итоге это не делают, и ты это ждешь, измотанный весь такой. И вот эти вот дедлайны, когда вот ты ночью все сидишь, потом верстаешь, делаешь в полусонном состоянии, там реально убивало. Не хотелось просто ничего делать. У тебя там 4 ночи, например, ты заканчиваешь работу там в 5 утра, у тебя просто здесь мерещится, тебе не надо ничего употреблять, тебе просто мерещится, что кто-то бегает по квартире. Так, в таком состоянии ты как зомби просто шевелишься. Так, у них тоже плюхи там работают вовсю, да? Годи, плюхает знатно, переполнено метро... Погоди, приложение. Плюх-чух. Давай-давай. Вот за 5000 надо нам сейчас это набомбить, вот эту фигню.
А так мы ускорим быстрее, да? Нет. Ну пускай, ладно. Погоди, я могу еще улучшить, да? Предел банка 2000. А, у нас сейчас 2000 максимум может, да, наплюхать автоматом. Хорошо. Так. Выходим отсюда и идем сюда. То есть у нас получается сколько-то дней. То есть выходит, у нас будет 4 дня. Мы опаздываем постоянно на работу. И вот за эти 4 дня надо что-то сделать и к чему-то прийти. К какому-то решению. Не, реально, а что за работа такая, где у тебя просто одни долги, ты есть долги, и ты их не можешь оплатить? Куда мы деваем деньги? У нас холодильник одним тем же заполнен. Молоко и чизмил. В смысле, дверь закрыта. Плюх-чух, что-то не просто так. Что-то это даст нам. Плюхать-чухать, вот это вот прям надо. Какая-то польза от этого есть. Ну, игра такая прям. Очень-очень необычная. Так, у меня свой был чух-плюх сейчас. Звонили мне. Отвлекли. Да, ядрическая сила-то. А у меня, я зонтик взял, можно было бы как-то это... Прикрыться им от этих луж. Так, а сколько мы уже играем с вами? Ага. Опаля. Секундочку. Бабочка. А я как-то могу ее управлять? Нет? Не могу. А, я бабочку управляю.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А я не. А я мог. А я мог облететь это, наверное, да? Так, ребят, ну произошло сохранение. Все, на этом буду заканчивать. Такая вот игра необычная. Как я и говорил, необычный такой проект. Прям, да. Прям иногда я тут моментами ловлю с флешбеки. Своих рабочих фрагментов в жизни. То примерно то же самое. Даже. Для меня все было серо и скучно. И просто не хотелось, просто реально. Ничем заниматься, хотелось плюнуть на все и бросить, и бегать вот так вот за бабочками там где-нибудь в поле. Ладно, ребят, будем продолжать. Прям не вау, но сюжет есть, который нам толком не рассказывают, но что-то такое интересное. Ладно, будем разбираться. Все, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Мозаик. Всем пока.